Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие земляки. Как поживаете? Немножко формат поменялся, фактура. Воды нет. Шифруемся. Как ваши дела? Нормально? Закрою. Сегодня сон мне приснился. Человек приснился, который уже в живых нет, Царство Небесное. Такой же Вадик на торговой. Фотоателье было известное, Изя работал там. Это из старых помнят, да, люди? Он жил как раз вот в этом дворе. Там еще обувная мастерская была какая-то. Да. Там, в общем, жили пару-тройку ребят знакомых. Да. И когда он мне не часто, я его вижу во сне, но бывает, да, так, может быть, и, ну, год раз, скажем, да. Обычно что-то мистическое происходит. А Вадика многие знали по торговой. Ну, такие таф ребята, которые... Таф это как перевести? Ну, душковитые, да, на торговой жили. Он на бульваре часто пропадал, там у дяди Саши этого, да, теннис, бильярд. Да, рука поврежденная была у него. Потом в Атане билеты продавал, давно еще, да. Невысокого роста щупленький был, но такой, с духом парень большим. Да, и когда я его во сне вижу, что-то такое мистическое происходит, что-то меня... Как я в том районе был, а там одна Фалчи живет, да, Фалчи, из Ирана, известная. Давно мне давали ее телефон, и я думаю, да, я... Позвоню, посмотрю, да, если свободно, она дома, там, ну, я не знаю, все может быть, да, там, где-то, жива, не жива, я давно мне давали, где-то года два назад. Позвонил я к ней, а дома, поехал я к ней, в общем, оказывается, на меня навели большую порчу, одна порча еще была с Баку, а другую порчу, говорят, вот недавно сделали где-то. Я думаю, это ведьма. Говорят, твою фотографию как-то, в общем, на кладбище похоронили. Я такие вещи не понимаю. Не похоронили, а закопали на кладбище. Это плохая порча, да, считается? Вроде. В общем, что-то она там делала, говорила, там, типа кёзьмунджиру, что-то туда-сюда, через голову что-то бросала, щу-щу-щу. И говорит, иди, все будет хорошо. Клянусь, я вам говорю, как я выехал, вот я ехал где-то полтора часа, у меня на душе аж какой-то прилив, вот что-то пошло, что-то есть, да, все-таки, я думаю, Фалчи, да, она известная, это после режима, когда это Пехляви свергнули, она где-то через 5, не то 7 лет, говорит, я уехал уже из Ирана, не могла, да, жить при этом режиме мул. Боржоми пью, боржоми, реклама боржоми. Да, в общем, я думаю, это, наверное, кто-то постарался, это дал, откуда-то, не знаю, сканировали фотографию, дали это ведьме. Ведьму Огараш пошла на кладбище и закопала фотографию. Ну, теперь так, что она говорит, я такую сделаю, это железобетонную, вокруг себя эту, да? Стену. Ничего не пробьет. Никакие эти. Да? Заговоры, маговоры, в общем, все. Фальш. И Фалчи сказала, говорит, женщина делала, говорит, с каким-то недугом на лице. Интересно. Откуда она знала? Она же не знала. Такие дела, представляете? Да. Это фестиваль джаза в Баку, 21 год. Да. Так что такие вот дела. Надо поехать обмыть в ресторанчик, что ли, это дело. Да. Имидж поменял немножко, имидж. Помолодел, наверное, сбросил годков это 15, не? Ха-ха-ха.
Да. Какие дела? Вот Вадик пришел во сне и такое получилось. Решил позвонить. В том районе был, как раз позвонил, поехал. Но... Ладно, потом кухню покажу. Жалко, Ашота нет здесь. А то Ашот тоже сам бы посидел бы, поел бы, попил бы. Как-нибудь, может быть, и Ашотик рядом будет со мной. Посмотрим. Другой Ашотик, да, дублет? Салам, шагла, салам. После фалчи у меня это, аппетит открылся. Надо покушать хорошо. Я выбрал мексиканский ресторан. Да. Мексиканская кухня. О! Спасибо, вот принесли чипсы. Можешь их показывать. О, como está? Ну, вот такие чипсы. Ну, это все, да. Ну, здесь изготовлено. Это сеть ресторанов Ацтека называется. И да, это не что-то такое, да, как home. Это не home operated, это Ацтека. Ну, ничего. Нормально пойдет. Смотря где, конечно, в каком районе, это в хорошем районе. Да, ладно. Попозже поговорим. Коронорита. О, буду пить коронориту сегодня. Коронориту. А так нет коронорита. Лагерь. Может быть, две штуки выпить. Коронорита. Ола, мамид не надо, а, мамид, дышай, мамид. Дышай, он не так кашкалдака похож. Но с одной стороны, я думаю, он не прав, может быть, да? А с другой стороны, это как бы свобода слова, да, он же, не знаю, я. Сложно мне судить, ребята, вы сами как-то там, да, мне как-то в этот вопрос вмешиваться стрёмно. Джан, мам, про Баку поет, ему говорят, Джан, Аркадий или кто там? Может, Кирюха его? А, блин, но с другой стороны, получается, ему было 11 лет, друзья они были 12. Не знаю. Это... На суд зрителя, как говорится, кто как. Джокер посмотрит, да, как он. Он просто, Джокер, я слышал, обругал, это нехорошо, конечно. Насильно. Вот за это, да, то, что он там с кем-то отношения. Ну, что я тоже с армянами. У меня в Сан-Франциско есть товарищ. И в другом штате есть товарищ. В Канзасе есть товарищ. И знакомые есть, да, да. В Бостоне есть. Да, ну и что? Не знаю. Кого я знаю, они не дошнаки им. Они говорят, мы плевать хотели на этот Карабах. Они уже как-то сюда приехали и все, да, живут. Им не надо, это мы здесь. А они не, им, они так и говорят, плевать мы хотели. Не знаю. Я не знаю, карабахские у них кроны или какие. Даже если так им это не нравится, они понимают, кто был зачинщиком этого всего безобразия. Да, люди боятся, все по хатам сидят в России, я слышал. Коронавируса боятся. Никто никуда не выходит. Да, там родственники мои тоже дома сидят все. На дистанции, блядь. А я вот решил скоро, наверное, в Мексику пульнуть или в Майами. Хоть там и в масках, но море. На море хочу. Мешки под глазами. Здесь солнца мало. Но надо привести себя в порядок на солнышко. Ну ладно, сейчас что-то долго. Много людей, как ни странно. Сегодня у нас понедельник, да. А людей полный зал, можно сказать, за отсутствием, ну,
Ну так, если окинуть взглядом, 4 столиков, может быть? Ну, много народу. Бакинский кутаб, ой, мексиканский кутаб, бакинский кутаб. Гвасадила. Ну, это, конечно, не бакинский кутаб, но 3-й сотный брак пойдет. 3-й сотный брак ушел. Вот буду начинать с этого. Королевский буритёло, это я всё скучаю. Пе, штейк фагитовский, да, много. Вай. Да, как я это всё скучаю. Пе. Ну, в крайнем случае в коробочку и домой. Ладно, ребята. Буду я кушать. Это уже получается поздний обед. Жан Маканисна. 7:30. Без 25:08. Да. Ну ничего страшного. 11 можно. Но хлеба не. В принципе, кутабы были, да. Касадила, они мучные. А остальное все, видите, это рис, фасоль, сыр. Томаты и гуакамоле. Ну ладно, попрощаюсь, буду кушать. До встречи, не знаю, с Мексики или с Флориды. Может быть, до этого еще сделаю. Маме да сильно не бейся. Шаволом.